Здравствуйте, уважаемые зрители! 25 января – День памяти святой Татьяны. Какова история этого дня, традиции и как сегодня приняты этот день отмечать? На эти и другие вопросы ответит митрополит Симбирский и Новоспасский Лонгин. Здравствуйте, Владыка! Добрый день! Напомните, пожалуйста, о событиях жизни святой мученицы Татьяны. Святая мученица Татьяна была дочерью знатного римлянина и была воспитана в им христианской вере. В то время уже было достаточно много тайных христиан среди, в том числе и знатных людей. Но вот христианское воспитание здесь, как и в ряде других случаев, привело к тому, что девушка, став уже совершеннолетней, прониклась неким таким неприятием того образа жизни языческого, который ее окружал. И поэтому она решила посвятить себя полностью Христу и служению церкви и людям. Она была сделана диакониссой, такой был чин в древней церкви, когда женщины допускались до некоторого служения, не литургического служения, но служения в церкви. В обязанности диаконисс было помогать при крещении оглашенных и совершать дела милосердия, посещать больных, страждущих, заботиться о них, помогать им, посещать темницы, помогать неимущим и большую часть своего времени проводить в молитве при храмах и молитвенных помещениях, которые тогда были. При императоре Александре Севере за исповедание своей веры Татьяна приняла мученическую смерть. С другими христианами она была брошена в Колизей, на арену Колизея, на растерзание диким зверям. Однако вместо того, чтобы растерзать ее, лев, который должен был это сделать, уселся у ее ног и начал лизать ей руки. Это случалось, такое описывается в житиях нескольких древних мучеников. Ну и тогда ее казнили, усекнув голову ее мечом. Вот так она окончила свою жизнь, почиталась очень христианами. Ну, надо сказать, что ничего особенного такого в ее житии нет, поскольку это путь огромного количества древних христиан до Миланского эдикта, живущих в Римской империи на положении изгоев. Римское право, оно очень интересное, оно предполагало, что для того, чтобы судить человека, нужно обязательно на него донести власти. Вот доносили на христианина, вот на такого, на какого-то, его тут же арестовывали, приводили в суд, допрашивали. Если он объявлял себя христианином, требовали отречься от Христа. Если он не отрекался, отказывался отрекаться от него, его пытали, пытаясь заставить, но если пытки не приносили результата, его казнили. Но при этом другие христиане вполне могли быть тут же находиться рядом. Они могли быть даже сочувствующей толпой, которая поддерживала, как-то помогала своими какими-то выкриками тем, кого мучили. Тут же могли быть христианские священники, тут же мог быть где-то епископ. Потом тела мучеников, как правило, христиане выкупали у палачей, с честью их погребали. Но поскольку доносов на них не было, они совершенно спокойно, ну не совершенно спокойно, но все-таки они существовали вот в этом вот правовом пространстве Римской империи. Это интересная очень такая практика. И она объясняет то, что вот несмотря на гонения, несмотря на старания императоров языческих уничтожить христианство, оно все-таки существовало в то время. Ну а для России мученица Татьяна стала покровительницей русского студенчества. Да, по очень простой причине. 25 января 1755 года императрица Елизавета Петровна подписала указ об основании Московского университета.
Таким образом, ну, Московский университет как бы получил некое такое вот имя. И потом был создан храм во имя мученицы Татьяны. Это стал храмовый праздник университета. Это стал, естественно, такой день вакансии у студентов. И, а там уже как его отмечали, давайте мы об этом говорить не будем, потому что отмечали по-разному. Студенты во все времена любили жить весело, вот, иногда разгульно. Поэтому после божественной литургии и после праздничного молебна, который совершался в храме, ну, просто уже были какие-то студенческие свои мероприятия. Уж скорее об этом можно прочитать в русской классической литературе. Ну, студенты до сих пор любят этот праздник и отмечают. Да. Ну да, это студенческий день. И вот сейчас, кстати, храм этот при Московском университете восстановлен в наше время. Очень популярный храм, там всегда служили и служат замечательные священники. Вот, там очень большая община, в том числе из студентов и прошлых, и бывших, и настоящих. Вот, и преподавателей там очень много. Даже, по-моему, все духовенство там из бывших преподавателей состоит. Вот, поэтому храм действительно является одним из таких ярких очень духовных центров в Москве. Вот вопрос от зрителя, как раз вот про храм Святой Татьяны. Там начертаны слова «Свет Христов просвещает всех». Угу. Как вы объясняете духовный смысл этих слов? Ну, дело в том, что университет называют еще храмом науки, да? Свет знаний, мы знаем словосочетания такие. А вот эти слова Священного Писания, которые написаны на фронтоне храма Святой Мученицы Татьяны, подчеркивают, что по-настоящему просвещает всех именно свет Христов. Он и есть источник всякого познания и всякой правды. А как вы считаете, правильно ли при университетах открывать храмы? Кстати, у нас тоже, да, планируется храм? Я считаю, что правильно. И, ну, пока вот я только слышал об этих планах, на какую-то большую стадию, чем просто разговоры, пока эти планы не выходили. Вот, поэтому, но я считаю, что это хорошо, нужно, и вот ничего, кроме пользы, принести не может. Спасибо, Владыка. До свидания. До свидания, уважаемые зрители. До свидания. Восьмого декабря в Спасо-Вознесенском кафедральном соборе состоялось ежегодное епархиальное собрание духовенства Симбирской епархии. Его возглавил митрополит Симбирский и Новоспасский Лонгин. На собрании присутствовали священнослужители из города и области, в том числе благочинные и руководители епархиальных отделов. Ежегодно в каждой епархии Русской Православной Церкви проводится епархиальное собрание, в котором правящий архиерей подводит некоторые статистические итоги года, зачитывает доклад, в котором говорится о каких-то событиях епархиальных, достижениях каких-то священнослужителей, храмов, отделов. В своем докладе владыка сообщил, что на сегодняшний день в Симбирской епархии действует 123 прихода, 2 женских монастыря, совершают свое служение 137 священнослужителей. В 2021 году были образованы новые благочиннические округа, и теперь в епархии насчитывается 11 благочиний. Несмотря на непростую ситуацию в стране и мире в период пандемии коронавирусной инфекции, Русская Православная Церковь и духовенство епархии продолжают свое служение. Владыка привел слова святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла из его доклада на ежегодном итоговом епархиальном собрании города Москвы относительно широко обсуждаемых вопросов о вакцинации и QR-кодах. По словам предстоятеля Русской Православной Церкви, даже если весь мир станет ареной сегрегации по иммунному признаку, Церковь должна оставаться свободной от такой сегрегации и принимать всех стремящихся ко Христу людей. Совершенно недопустимым, по мнению Его Святейшества, является злоупотребление пастырской властью по этому и подобным вопросам. Конечно, было бы совершенно немыслимо, чтобы для входа в храм от прихожанина требовалось предупреждение
предъявления QR-кода или иного гражданского разрешительного документа, сказал святейший патриарх Кирилл. Затем митрополит Лонгин подробно рассказал о жизни Симбирской епархии в 2021 году. Он остановился на вопросах строительства, реставрации и благоукрашения храмов, общеепархиальных мероприятиях и работе епархиальных отделов, проблемах пасторского служения. Одним из главных событий года владыка назвал основание храма во имя святого благоверного князя Александра Невского в Засвиярском районе Ульяновска в год празднования 800-летия со дня его рождения. 12 сентября, в день памяти святого, в храм Александра Невского была передана частица его святых мощей, которая будет пребывать здесь постоянно, сначала во временном храме, а затем в новопостроенной церкви. Управляющий епархией также отметил проведение в Ульяновске межрегионального этапа Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя» и регионального этапа 30-х международных рождественских образовательных чтений. Во время рассказа о социальном служении в епархии митрополит Лонгин отметил организацию раздачи питания для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Этот проект реализуется силами Центра социальной поддержки доверия, Спасского монастыря и нескольких приходов Ульяновска. Владыка также упомянул деятельность Симбирского сестричества милосердия и акцию по передаче продуктовых наборов малообеспеченным семьям, проведенную совместно с Синодальным отделом по благотворительности и социальному служению. Я еще раз хотел бы подчеркнуть, что к социальному служению призван по возможности каждый приход Русской Православной Церкви. Многие приходы оказывают такую поддержку нуждающимся. Сердечно благодарю вас за это. Митрополит Лонгин еще раз подчеркнул, что главная задача духовенства – забота о душах людей. Да, мы переживаем непростые времена, когда к обычным трудностям человеческой жизни прибавились угрозы пандемии. С каждым годом все труднее в прямом смысле поднять глаза к небу. В этих условиях нужно с особым старанием и ответственностью подходить к своему служению, со всем вниманием относиться к собственной духовной жизни и жизни своих прихожан, чтобы сохранить и передать другим людям веру во Христа, тот драгоценный дар, без которого жизнь человеческая теряет смысл и полноту. Владыка поздравил духовенство епархии с приближающимся Рождеством Христовым и новолетием. Завершая этот год, еще один год нашей жизни, будем вместе благодарить за него Бога, просить, чтобы Он принял наше служение и труды, простил наши ошибки и помог их исправить. И я от всего сердца благодарю вас, дорогие отцы и братья, за служение и доброе соработничество. От души желаю вам душевной и телесной крепости, семейным батюшкам счастья, взаимопонимания и благополучия. Но что важнее всего, желаю всем вам подлинной жизни с Богом, желаю не терять ревности, благоговения и горения сердца, которое не только поддерживает самого священника, но и обязательно передается прихожанам, сподвигает их глубокой духовной церковной жизни. Заключительная часть собрания была посвящена ответам владыки на вопросы духовенства, большинство из которых касалось священнической практики. Сергей Николаев, Владислав Фролов, Симбирская митрополия.